Не артисты, но выходят на сцену. Не хореографы, но ставят номера. Не певцы, но поют в хоре. Они вышли на пенсию и нашли в себе смелость развивать сценический талант. Третий областной фестиваль «Времена года» прошел в Майданово. Как встречали гостей из области и как развлекали зрителей, расскажет Николай Ревенко. Дружим, поем, молодеем просто. Кто скажет, что мы пожилые? Нам от 60 до 90. Вот это мы! Вот это песня! Вот это хор! Вот это хор! Годы творчества не помеха. Люди элегантного возраста, сегодня они артисты. Говорят, что могут дать фору даже молодым. Они поют, танцуют и просто радуются жизни. Сценические образы, как и репертуар, подбирают сами. При этом успевают еще и гастролировать. Мы совсем недавно были не на фестивале, мы были на конкурсе «Минута славы». Да. Мы были на очень интересном празднике в Красногорске, посвященном юбилею битвы под Москвой. Так что мы выезжаем по 3-4 раза в году. Творчеству их обучают не где-нибудь, а в университете третьего возраста. Его филиалы по всему Подмосковью в социальных центрах. Открыто 6 факультетов. Как держать себя на публике и заразить своей энергетикой зрителя, их обучают на отделении культуры и искусства. Для пожилых людей, для наших ветеранов, конечно, это очень важно. Ведь сейчас мы все знаем, что в основном у нас социальное одиночество. Хотя они и живут в семье, но дети заняты работой, своими проблемами. А здесь они могут пообщаться, подружиться, наладить новые связи. Повод для встречи на этот раз – областной фестиваль «Времена года». Он проходит в Клину уже третий раз. По традиции, гостей принимает майдановский клуб. В этом году хоть погода теплом и не радует, у праздника летняя тема. На нас погода не действует. Мы думаем, что после нашего выступления, после нашего фестиваля, погода будет в лучшую сторону. Мы разгоним тучи. Но не только песни и танцы. Творчество, как говорится, по всем фронтам. Организаторы подготовили оригинальные фотозоны, развернули ярмарку, наглядно показали, что такое декупаж, и познакомились с необычной техникой плетения из подручных материалов. Никто и не может даже подумать, что это сделано из обычной газеты. Знаете, вот такую картинку можно сделать за 2 вечера. В зрительном зале теплая и дружеская атмосфера. Аплодисменты и улыбки на лицах. Они зарядились позитивом артистов. Те, кто сегодня не на сцене, после таких номеров сами не против вспомнить молодость. Ну, а сейчас могу я поплясать, часов сыграть, но уже мне 91 год. Через год они встретятся опять, повод тот же, фестиваль «Времена года», только тема другая – осень. Николай Ревенко, Юлия Левицкая, новости дня.